Здравствуйте! В студии Юлиана Наймушин. И сейчас о погоде на последний рабочий день уходящей недели. В предстоящую пятницу будет пасмурно, временами небольшие осадки. Температура ночью плюс 4 градуса, днем воздух прогреется до 17 градусов. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам только солнечных улыбок и ярких впечатлений. Увидимся в суперсезоне «Хочу быть моделью 35+» на СТС Челябинск.